Приветствую на нашем YouTube канале. У нас такая вот небольшая посылочка, одна штучка пришла. Собирать я ее кучку не могу, так как все идет под заказ. То есть просят, я не могу их ждать. Сейчас быстренько с вами распакуем. Долго на этом, как говорится, останавливаться не будем. Вы в это время быстренько подписывайтесь, ставите лайки, пишите комментарии. Так, начинаем. Так, наша посылочка. Это все у нас касается косметики. Вот, сейчас мы быстренько с вами откроем и посмотрим. Так, что у нас здесь внутри? Здесь у нас внутри вот такая вот товар. Так, что это у нас такая? А, это у нас там, по-моему, чистить вот так вот ногтики. Специальная такая вот наждачечка. Вот сами видите, все чистится. Вот такая вот приспособа. Для тех, кто там не делает ногтики. Вот так. Следующее у нас здесь. Там такой большой ставить. Не начал. Просто пластмасса. Здесь вот такая вот штукенция. Так, вот такая вот наколочка. Ну, это не наколочка, это такая вот наклеечка в виде наколочки. Стоимость там тоже очень смешная. То есть берете так вот на тело, намачиваете, ждете пару минут, потом снимаете, оно перебивается на тело. Вот, вот такая вот у нас наклеечка. Следующий наш товар, это у нас карандаш для бровей, походу. Вот. Тоже ничего такого особого. Обычный карандашик. Вот. Он рисует очень довольно-таки жирно. Также есть вот такая вот, тут вот такая вот расчесочка. Так, расчесывать и реснички. И карандашком рисуем. Так, что у нас там по фирме? Здесь у нас ничего не указано на этой штучке. Вот. Здесь у нас указано Perfect и Brow Pencil. Так, 1,3 грамма. Ну что ж, в принципе, на этом будем заканчивать наше видео. Кто не подписался, подписываемся, мякаем колокольчик. Будет еще у нас обзорчики. Не забываем обязательно подписаться, поставить лайк. Это для нас важно. Вот. До новых встреч. Всем пока. Все. Ссылочки на данный товар будут в описании. Заходим и смотрим. Все. Итак, всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики. На нашем YouTube канале у нас очередная посылочка с сайта AliExpress. И здесь две штуки. Зашел, забрал в Укрпочту. Сейчас их вместе с вами распакуем и посмотрим. Вы в это время не забудьте подписаться, поставить лайкосик, написать комментарий. Нравится, не нравится вам. Так что открываем первую посылочку. Здесь у нас там что-то у нас, что-то там у нас какой-то, а, там у нас какая-то лак, походу. Так, маленький тюбик, лак, все написано по-китайски здесь. О, это у нас, по-моему, вечерний лак для ногтей, так, кахикул, как оно там, ну, я не разбираюсь, такая же супруга. Надписи, сколько там, тоже не видно. Ну, вот такая у меня одна посылочка. Посмотрим, что там еще. Посылочки нету. Так, следующая наша посылочка. Откроем вместе с вами. Ссылочка на этот товар будет в описании. С фотографией. Стоимость вы увидите в фотографии. Посмотрите видео до конца. Проблема открывается. Снимаю сегодня по старинке. Это фотоаппаратик наш. Так, здесь у нас что-то. Что-то такое. А, все. Все, это мне просили заказать. Просили заказать. У нас здесь. Давайте.
такие вот шаблоны для того, чтобы рисовать ресницы. Ой, не ресницы, а брови. Извиняюсь. Так, сейчас мы их откроем. Здесь ладно, посмотрим, что у нас тут. Десятый номер. Вот они все там. Может, начал фокусироваться. Какие-то там всякие номера. Такие вот тоненькие. Я думаю, сейчас номера пожестче. Вот такая вот у нас тафарета для рисования бровей. Положим для бровей и рисуем. Это мы попросили заказать. Вот у нас все цельненькое. Очень много, должно быть, по идее, 50 штук, что ли, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, так что будет. Вот я вижу, по-моему, сколько-то. Пятая, пятая, шестая. Я не помню, там будет. Смотрите, переходите в описание, смотрите. Стоимость этого товара тоже такая вот. До $1, по-моему. 20 центов, что-то 30 гривен, я не помню. Где там ссылочка в описании, заходим, смотрим, видите, товар приходит, такой вот, не знаю, тут, конечно, размеры, да, так, здесь, видите, вот, вот, примеры покажу, тут, видите, тут видно, так, вот тут такого размера, вот видите, более изогнутый, здесь, больше, более такой изогнутый. Ну, такие вот у нас посылочки, сайты сейчас. Подписываемся, ставим лайки, пишем отзывы. Всем пока, до встречи.